упрощают карантинные режимы в Атырауской области. Многие предприятия уже возобновили работу. О том, какие еще послабления ожидают жители региона, расскажет Гульмира Сутубаева. Руководители многих предприятий накануне вздохнули с облегчением. Им разрешили возобновить свою работу. Открылись автосалоны, станции техобслуживания, автомойки, шиномонтажные, магазины автозапчастей, нотариусы, химчистки и организации, оказывающие услуги по ремонту бытовой и оргтехники. Причем обслуживать горожан объекты должны только при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Карантин все еще по указу главы государства будет сохраняться до 11 мая. И все требования по ношению масок, использованию перчаток и антисептических средств, соблюдение дистанции будет сохраняться. И всем предприятиям, которым разрешили работать, необходимо проводить дезинфекцию помещений, строго соблюдать требования санитарно-гигиенических норм. Для дачников тоже хорошие новости. Им разрешили ездить на загородные участки, но в пределах установленной карантинной зоны. В субботу и воскресенье с 6 до 9 часов и с 17 до 20:00. Проезд будет осуществляться на специальных автобусах и при наличии членского билета. Поговорка «весенний день год кормит» – это про нас. Ведь дачные участки для большей части населения – это не хобби, не прихоть. Это источник существования, для некоторых даже выживания. И мы очень рады, что у нас появилась возможность выехать на дачу и заняться огородом. Отмечу, что в городе все еще остаются закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, рынки, кинотеатры, магазины одежды и бытовой техники и другие места массового скопления людей. Вместе с тем послабления также ожидаются и с 4 мая текущего года. Гульмира Сутубаева, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.